мен қазір келесі сөзді қазақтардың арасынан шығып үш тілді өзінің ана тілінде меңгерген қазақша, орысша, ағылшынша қазақ тілінде өлеңдер жазып Оксфордта ағылшын тілінде лекция оқитын бір азаматты сөз бергім келіп отыр. Ол жақында ғана бәріміз бірігіп қабылдаған Қазақстанның ел бірлігі доктринасының бас қасында болып соның ең соңғы қысқа нұсқа вариантын жасауға ат салысқан профессор қоғам қайраткері Нұрахмет Досмұхамет мырзаға. Я говорил только сейчас о значении трехязычия, которое поднимает глава нашего государства. Вот прекрасный пример трехязычного человека, который пишет свои стихи на родном казахском языке. Может быть, многие об этом не знают, но лекции читает в Оксфорде на английском. Выступает сейчас на русском. Қадірлі жұрт, уақыттың қысқалығына байланысты 10 минутта сездіру үшін ұсынылғандай осы тілде жалғастырайық. Яғни доктрина жайлы доктрина. Біз мына доктринаны жазған кезде бізге ең қиыншылығы осыны бір-бірімен сәйкес болмайтын, бір-біріне сәйкес келмейтін қарама қарсы әртүрлі қоғамдық пікірде бір ұйымға бір жерге ұйыстыру сияқты болып көрінген еді. Дегенмен келесі этапқа кірген кезде бізді сол үлкен биліктің ішіндегі структуралардан кабинеттерге анықтап түсіндіру арқылы оның жоғарғы деңгейге жетіп қол қойылуы ең үлкен қиындық сияқты болып көрініп тұрды. Одан кейін елбасы қол қойғаннан кейін келесі этапта үкімет бұны қолайлығын берік қылып өмірге енгізетіндегі жақсы бағдарлама арқылы өмірге енгізетін жүйесі бізге ең қиын сияқты болып көрінді. Ал дәл қазір бізге ең қызығы да ең қиыны да осы болған доктринаны халық арасында ел арасында дәріптеу. Поэтому я продолжу дальше на русском. Целью данного выступления является стремление внести небольшой пассивный вклад в этот важный для нас процесс, то есть для правильного толкования, объяснения целей основных сущностных моментов доктрины. Одним из главных моментов при написании данной нового варианта доктрины для рабочей группы явился основным фундаментом для нас, для всех выступил, это закон о государственной независимости Республики Казахстан, вот через призму которого я сейчас хочу вам еще раз проанализировать доктрину. 16 декабря 1991 года в истории казахской государственности был принят один из основополагающих законов, определяющих суть республики как независимого государства и его дальнейший политический строй. Его 6-я статья гласила: «Граждане республики, объединенные общностью исторической судьбы с казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ. Лица, находящиеся на территории республики и не являющиеся ее гражданами, пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные Конституцией, законами, а также посягательства на гражданские равноправия преследуются по закону». Также хочу обратить ваше внимание на статью 15, которая однозначно обязывает, что Республика Казахстан принимает меры по охране своей независимости и укреплению национальной государственности. Для тех, кому не по нраву, что Казахстан является, вернее, охраняет свою независимость, в общем, хоча на средине, или, как говорят казахи, кожа на сыре. Как-то наш великий предок проходит и смотрит очень большую группу людей. Эти люди, видимо, на свое время собрались то ли на свой межэтнический форум, то ли еще по какой-то причине. Но на просьбу о том, что выступить на этом форуме, он спросил: «Люди, вы знаете, что я вам хочу сказать?» Люди ответили: «Нет, не знаем, вы же ничего не сказали». Он говорит: «Ну, если вы ничего не знаете, что вам рассказывать?» Повернулся, ушел. На следующий раз на тот же вопрос он
ответил, ну, когда люди ему сказали, да, мы знаем, он говорит, ну, раз вы уже знаете, тогда, наверное, нет смысла рассказывать вам, вы уже все знаете. Но когда третий раз уже, люди уже научены опытом, половина из них сказала, да, мы знаем, половина сказала, нет, мы не знаем. Тогда он ничего не смутившись сказал, тогда та половина, которая поняла, пусть расскажет той половине, которая не совсем поняла. Поэтому, завершая свое выступление, я надеюсь, хотя все здесь все поняли, дальше продолжим выступление. Спасибо. Пішетін болса, кез келген тон келте болмайды. Тонның ішіне бәрі сияды. Жазыратын ештеңе жоқ, бәрі қашық айтын жасап отырмыз. Сондықтан оны қатысқандар